Советского информбюро. Юго-западнее Кёнигсберга, 14 марта войска 3-го Белорусского фронта вели наступательные бои. Прижатые к морю, немецкие войска предпринимают отчаянные усилия, чтобы удержать оставшийся у них участок территории Восточной Пруссии. Немцы укрепили все населенные пункты и заминировали подступы к ним. Советские части в результате ожесточенного боя продвинулись вперед и выбили немцев из населенного пункта Ланг, важного узла сопротивления. Войска 2-го Украинского фронта, действуя в полосе Карпат, боями продвигаются вперед. Сегодня наши войска овладели городом Зволен, опорным пунктом обороны немцев на реке Грон. До 14 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 90 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 18 самолетов противника.